Всем привет! Я хочу показать вам новые спицы от Ади. Ади Crazy Trio Unicorn Long. Это у нас три гибкие спицы, такие округлые, с резьбой. Очень похоже на... Ну вот если издалека вот так смотреть, на Crazy Trio Novel Long, которые были квадратненькие, с такими пупырышками. Ну они вернее как бы и есть. Просто вот эта новая модель, она округлая и с резьбой. Носик здесь очень хороший, он в меру тупой, в меру острый, не прокалывает пальцы, но при этом хорошо захватывает нить. Здесь новая леска розовая, мягкая, позволит хорошо переходить вязанию, не цепляться, ну, соответственно, быть комфортно в процессе. Это вот отличает эти спицы от китайских аналогов. Здесь хорошее соединение, повторюсь, очень-очень гладкое, не докопайтесь, даже если будет тоненькая ниточка, то она не будет цепляться. Вот такие вот они вблизи. И покажу вам сейчас, как набирать. Если вы уже знаете, пользовались такими спицами, то пропускайте. Если не пользовались и впервые видите, то welcome. Попробуем показать, продемонстрировать, как ими вязать. Так, по сути, это у нас имитация чулочных спиц и кругового вязания. То есть вот располагаем вот так наше вязание. И одна спица у нас рабочая, мы ею провязываем с одной спицы. Вот на нее переходит вязание, другая становится рабочей, ну и так далее. Вы двигаетесь вот так по кругу, как обычно при вязании. Преимущество в том, что по сравнению с чулочными спицами у вас ничего не будет соскакивать, и всегда вы будете контролировать процесс. Это очень важно. Взяла нитку для такого, просто как показать. То есть она у нас толще, чем заявленный размер. Это у меня 2,5. Вот, чтобы просто ускорить процесс. Смотрите. Набираем овной спицей обычным способом, там или любым другим. Количество ваших петель. Я набираю 10, просто для демонстрации повторюсь. 10, вот, набрала. Дальше беру вторую спицу и начинаю, и продолжаю наборный ряд. Первый ряд сложный, соглашусь. Если вы сейчас смотрите и думаете, что это очень сложно, ничего подобного, это не так. Просто первый ряд у нас везде сложный. Даже если берете чулочные спицы, даже если берете, там, не знаю, круговые спицы, в общем, все однообразно. Вот, разворачиваем петли внутрь. Смотрите, чтобы не было перекрутов, тоже важно, чтобы там было все красиво в наборном ряде. Дальше протягиваем первую спицу, на которую набирали, вот в такую вот ту сторону. Вот. И у вас получаются все петли у края спиц. Дальше вы располагаете рабочую нить за указательным пальцем, как обычно, в принципе, ничего нового. Берете третью рабочую спицу и просто начинаете провязывать с спицы, где нету нитки рабочей. Ну, провязываете вашим рисунком. Так, надеюсь, вам понятно. Ну, моя цель здесь именно показать, как меняются эти спицы. Там, если вы, конечно, не умеете там набирать пока петли, то, наверное, это видео покажется сложным. На самом деле здесь вообще ничего сложного нет. Так, дальше здесь может вот такая вот история быть, что что-то где-то запутается. Ну, просто вытаскиваем, распутываем, располагаем все, где удобно. Ну вот, собственно, у вас круг уже начинает вырисовываться. Дальше вы опять перетягиваете эти спицы так, как вам, чтобы было удобней. Располагаете за указательным пальцем, берете освободившуюся спицу и точно так же провязываете там по вашему рисунку. Здесь можно сделать вот такой ход конем, просто перетянуть эту спицу нижнюю, с которой вы с которой идет вот эта рабочая нить. И, собственно, продолжить вязание. Вот. Очень удобно ими пользоваться, я могу их советовать. Тут все под вашим контролем, как бы находится у вас
нет опасности в том, что спицы, что ваше вязание где-то там упадет со спиц, вам придется какие-то петли добирать. Нет, такого не произойдет, потому что у вас спицы именно вот делают такой вот круг, который позволяет петлям не соскакивать и всегда находиться в работе и всегда под вашим контролем. Поэтому пробуйте, пользуйтесь. Надеюсь, вам понравится. Вот, к сожалению, все мы очень разные. Ну, и даже не к сожалению, наверное, к счастью. Все по-разному вяжем, у всех разные там натяжение нити, удобства, ладошки разные. И поэтому понять, удобно вам будет или нет в вашем случае, можно только попробовав и ну, попрактиковавшись. Вот. Надеюсь, вам было полезно. Переходите к нам на сайт, другие социальные сети. Мы будем очень-очень рады. Всем пока!